Так, начинается игра трех игроков против трех ботов. Предельный уровень сложности. Боты все винчи. Игроки два котла и один винчи. Топовые игроки Ларкас, которых я знаю, и Алекс. Алекс вроде как топовый за котлов. Кстати, оказывается, боты иногда могут за всех, винчи в прототипах выбирать механических шахтеров. Ну, в конце самом. Это всегда пункт. Так, пошла игра. Сразу на карту смотрим. Это не выбирали. Или просто не доживали до того. Немножко непривычно к этому разрешению. Что ж, сразу исследование строится. Как раз на карту Алекс у нас разведчик. Оба разведчика идут разведывать. Один стоит. Забыл активировать его, видать. В это время Ларкас. Голубенький. Это гнездо появилось, да? Строит реакторные районы. Так, что-то где-то у него журчит, если он вот исследует. Нет, там уже что-то другое, конечно. Котл зеленый. Ну, это не то, то, что в разных местах. Я тоже. Тут исследования. Здесь Тимони. У Ларкаса. Тоже Тимони. Ждет второе очко. Винчи. Компьютерный противник. Тоже, видать, не активировал самолет, почему-то он стоит на месте. Понятно почему. Так. Что у нас делает компьютер? Политику. Неизвестно почему. Здесь у нас процветание. У оранжевого, у желтого. У желтого политика. Ну, это как крайние игроки. Скорее всего, такая логика, непонятно почему. Оно, кажется, в начале игры так доделали. Очень мало времени один на один играл прошло от начала игры. Пока что здесь ничего особенного нет. Казарма стоит. Да хватит летать на эту штуковину. Так, посередине у нас, кстати, тоже Винч. Красный. Алекс. Строит спокойно пока что все свои районы. Захвата городов ничего пока не видно. Но чем быстрее будет захват городов, тем быстрее будет расширение территории. Летучая мышь. 7 наземных, 11 воздушных. Так, кап населения. Что, тут город рядом, ты будешь покупать? Ну, я думаю, ну, я не знаю, Никита как-то лупит его город. Сколько он стоит? Так, здесь тоже кап населения. Ну, один 267, другой. Все, кап населения. Видимо, уже почти весь Тимоний собрали. Вот еще есть Егор. Сейчас ее кто-то соберет. Вот разведчик. Очень быстро они собрали все реликвии. Уже нечего собирать. Так, пошел отряд Ларкаса вперед. Скорее всего, захватывает город подальше. Что дальше? Наверное, они договорились о том, что помочь хочешь? Ну да. Ну ты нападай. Зал. А ну подожди, я героя подведу. Так, захватывается пограничный город с хорошей защитой. Берсерки. Что из построек у нас здесь? У нас здесь лагеря, которые спавнят. Пещеры. Что еще? Где ничего нету, кроме этого. Так, здесь. Нет, ритуальные камни есть. В ритуальных камнях призывается этот вождь духов. Так, пошли захваты городов. Но они захватывают ближайшие города. Чё? Там ребята прикалываются. Не героя кому лучше дать? Тебе, Данил, или Завгар? Так, Ларкс идет героя. Пойдет. Хотят забрать этот город. Ну да, откуда боты будут нас спать? Тебе оранжевый идет уже. Немножко. Чтобы спокойно уже обороняться и строиться внутри.
обороняться здесь, на этом рубеже. Здесь, видимо, перелетов нет. Через это белое пространство. Все, пошла атака на город. С этой стороны желтый забрал уже лагерь. Зеленый идет, забрал город. Первый идет, скорее всего, на следующий. Отряд у него очень маленький. Зеленому он не помешал бы помощь. Здесь-то им неплохо. Все, скорее всего, город сейчас захвачен будет. Блять, опять. Ну сейчас погодите немного. Че, пойду. Так, игрок поставил паузу, посмотрим пока исследование. У синего. Политика процветания. Прототипы. Три строчки. Неизвестно чего там. Исследовано. У оранжевого. Процветание и горное дело. Добывает ресурсы. А, дает. Дети. Собак дразнят. Третий, четвертый ряд. Желтого. То же самое, но у него политика. И не процветание, а горное дело идет. Никак. Что ты нападаешь, Завгар? Пока подожду, мне копчаги нет. Да не, давай нападем, почему? Вместе справимся, где-то помогу. Так, Завгару кто-то хочет помочь. Ну что, нападаешь? Сейчас. На кого хочешь, на эти берсеркеры? Ну да, они тебе пригодятся. Так, Лидора призывается. Да. Желтого. Алексей, захвати этот хуйню душ. Синего душ. Как я тебе? Оранжевого джад. Должен. Все три разных героя. А он один не справится. Ларкас строится город. Бронехник. Вот тут здесь выкупается синим. Не, ну тут справа. Настраивается оборона. По всему будет преимущество у игроков в пространстве. У меня их двое будет, правильно? Да. Так, захватывает. Скорее всего, сейчас слева. Слева готовится атака желтого Винчи. Двое поставлю. Так, душ. Захватывает пещеру, хочет себе мышку и ключу. Здесь пока ничего особенного. Компьютерный противник будет сопротивляться до конца. Готовится какая-то атака. Вот войска идут вперед. Скорее всего, отправляются куда-то какой-то рейд на лагерь или на что они наткнутся. Они идут вот так вот. Наверное, на шахту могут на эту прийти. Здесь строится оборонительная. Нет, здесь строится шахта. Если они пройдут по краю, то придут на шахту, скорее всего. И либо на пещеру, или в город. Зеленый с красным пытаются вот город атаковать. И как не победит Миш. Вот. Атака пока что очень маленькая. О, нет. Так. Завгар, наверное, возвращайся. Почему-то запираются. Блин. Здесь. Проскочили. А, хотя ладно, не надо, не обращайся. А что теперь? Я тут вроде высадил. Ну, пока мне все равно там делать нечего, не собрал еще войск. Так, желтая атакует шахту. Очень незаметно проскочили вдоль стенки. Все войска и вообще кто-то их уничтожать. Но в то же время идут новые войска. Оранжевый ЗИК, боевая модификация. И с этой стороны у нас нападает Джакомо. Вкачивается герой, скоро будет третий уровень. У меня раньше. И тут
только очень вовремя. Баркас от стана отступает. Если красный. Из укрепления. Очень небольшая вереница юнитов отправляется от желтого. Как же они долго это гнездо в одну зарплату? Начинается бой желтого и зеленого. Так, строятся юниты в часовне. В тебе круто пытается, как сильно подошел синий к бою. Второй уровень дюжа. Пока что все атаки успешно отражаются. Город здесь у нас имеет два военных, один святой район. Ковчег хорошо залечен войска. Пока что все нормально. Самое интересное в игре конфликт это воздушный юнит. Неплохо так активно. Летает сильно. Ой, город пока что не взяли, в отличие от правой стороны, где город взял Варкас. Здесь бы неплохо взять этот город для обороны, также построить военные районы. Пока что они этого не делают. Синий. Да, непривычно просто, что чуть подтупливает. Оранжевый вроде как. Три города. Оранжевого можно легко разбомбить. Пока что это вид. Косносит постройки синего. Дёж. У игроков, в принципе, все нормально. Нифига, у него там два этих вождя духа. Два разных целей. Один лучше, один нет. Два раза дух, который не включает способность разыгранные раны. У меня 298. 297. Быстро какие-то юниты будут уничтожить. У них кончилась уже эта способность. Силы скоро уничтожить. Будет герой Ленора. Так, второй. Я, пожалуйста, стакин. Скоро будет третий. Использует усиляющие способности. Главное, ковчег убили. Ну да. Игрок отступает. Завгар. Здесь есть крепость. Пушек пока никаких нет. Ты, блядь, ебаный ковчег. Прячется. Ну, нападает куча воздушных юнитов. Куча мышей, это фоточка. Герой. Ну, если что, ковчег. Ой, ковчег. Калькулятор есть, то я не вижу. Может, духов. Ты вот это видишь? Комьюнити. Зарядный бомбаш. Здесь идет захват города. У тебя дождь? Да. Поставь статую дождь. Сейчас буду снимать. Да не умею снимать, сейчас он будет. То есть зеленые держатся, но город при этом не захвачен. Стоит желтая пушка. Плохо
либо зеленым, либо температуру. Пока они не могут себе этого позволить, тем более воевать тоже они его не могут. Нужна поддержка красного. Но в то же время на другой стороне сейчас будет какая-то битва. Напали синие. Но идет прорыв из под города. Оранжевые чинят город. Так, ладно, слушайте, что я тут делаю. Сейчас, как это назад, а где вот эти? Слушайте, так, Кирилл, ну что же, надо отходить назад, скорее всего. Фуж духов идет куда-то, что-то хочет уничтожить. Так, ну зеленые пока здесь отбиваются, все нормально. Бьют шахтеров. Так. Пока все нормально. Крепость. По исследованию особо немного. Варкас. Амония много исследовано. Великого города пока нет. Нужен еще район. Зеленого. Тоже неплохие исследования. Поклонение. Улучшается ковчег. Пошли змеи. Года добрые. Пошли осадные юниты. Здесь отступает желтый-синий. Давай город добьем. Странно. Мог бы сейчас этот город взять зеленый в этот момент. Пушки разворачиваются и снова нападают. Так, решают забрать город. Это будет только плюс. Идти дальше в атаку. Считай, можно уже по этому моменту сказать, что игроки выиграют. Идет фото. Тут уже все зависит от желтого, как он сыграет, от зеленого. Смогут ли оранжевые с синими защититься? Так, все хорошо. Тимония, к сожалению, нету. Чтобы купить 468 надо. Что у желтого исследовано? Тоже не так далеко все. Здесь тоже. И оранжевые. Тоже особо исследовано. Ничего не делаю. Так, герой здесь выучился. Да, что же, скорее всего. Вместе с ним. Ты золото дай? А, золото. Черт,
Чё? Интересно. Все это похоже на окружение. Потому что по территории большое преимущество, все шахты, все ресурсы у них. Не могу. Кто-то не может построить больше юнитов, чем строит игрок на данный момент. Даже по счету команда вырвалась далеко вперед. 6000 очков. Тут уже ничего не сделать. При таком счете. Какие-то исследования идут. Переработка. Уже идет разнос. Зеленый тоже смело атакует город. Тоже особо на них нападет. Игроки выиграли.
на вот так вот без особых приключений, без каких-то жестоких схваток, все выиграно. Видимо, этого позволяет карта. Захват столицы так долго идет. Только в компании оказался этот душ со своим выстрелом очень грозным, а здесь зря его потратил. Осталось забрать город оранжевого и синего. Ну, в общем, не так уж сложно. Да, что-то как-то изи.